А вот на том же складе Балаклеи американские минометные мины калибра 60 миллиметров. Такие мины поставлялись в зону антитеррористической операции, поскольку они не подпадали под ограничения Минских соглашений, и украинские войска просто засыпали ими позиции народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Здесь сразу таблица ведения огня. Каждая мина упакована вот в такой тубус. И фактически она сразу готова к применению. На ней уже вышибной заряд навешен. Только вырвать чеку и, собственно, можно запускать миномет. Как здесь в таблице ведения огня написано, со стволом 650 миллиметров, чуть более полуметра, то есть можно спокойно перемещаться вместе с ним расчету из, наверное, двух человек. Вообще сербы делают.